Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу быстренько снять для вас видео, обзорчик на вот такую вот расчесочку. Называется она Fast Hair Straightener. Я думаю, что это правильно. Здесь, значит, она такая у нас розовенькая, я ее уже включила. Вот здесь вот у нас вот такие вот штучки идут. Включить, выключить. Максимальный градус выставляется вот плюс-минус. Я выставляю обычно 210, хотя здесь максимально 230, по-моему. Вот такая вот расчесочка. Я взяла розовенькую. Я думаю, вы знаете почему. Потому что я люблю розовый цвет. Греется она буквально, здесь сразу видно уже, сколько она нагрелась. То есть сейчас у нас 184, совсем чуть-чуть осталось. Сейчас я помыла голову, посушила, специально сушила в разные стороны, потому что сами по себе волосы у меня достаточно прямые. Но, конечно, все равно не сравнится с утюжком, если выровнять это, или с расческой. Давно смотрела, все девчонки рекламируют эту расческу, думаю, какая прелесть. Честно говоря, я, ну, как бы, ей довольна. Поспешу вперед, сразу скажу. Для начала мы с вами быстренько сейчас расчешем. У меня буквально до английского осталось, вот, выходить уже 10 минут. И мне как раз таки надо бы очень быстро все это сделать, не до утюжка. Я расчесываю волосы, видите, они у меня достаточно прямые. Но нам нужно сравнить. Заказала я совсем недорого. Искала самый дешевый вариант. 210. Лучше для начала, конечно же, расчесать волосы, потому что это все-таки утюжок, а не расческа. И она не совсем хорошо расчесывает волосы. У меня волосы еще такие не сильно высохшие, потому что я спешу. Вот я сделала себе одну сторону. Посмотрели с вами разницу. Вот это у меня сторона после утюжка, вот это нет. То есть видно, да, что все-таки они пригладились. Особенно мне это нужно, почему я заказала, потому что волосы, которые, если накладные, мы их делаем, да, они очень выровненные, они очень плотные. И если их вот, ну, как бы со своими, которые в разные стороны, конечно, это все видно. Я уже испытала эту расчесочку на своей подружке. У нее волосы не такие прям прямые, как у меня. И вообще идеально. Просто она садится буквально 3-4 минуты, у нее все ровненькое, и она очень довольна остается. Что могу сказать? Ссылки на эту расческу я оставлю внизу. Я нашла самый-самый дешевый сайт, где приносят, привозят все это. И укладываются все в очень короткие сроки. То есть в течение недели мне ее привезли. Цвета у них есть еще и другие, не только розовые. Есть беленькие, вторую сторону. Итак, сразу хочу рассказать вам о плюсах и минусах этой расчески. Значит, выключаю. Плюсы. Плюсы это то, что можно здесь регулировать температуру для волос. Выставлять, то есть от минимальной там до максимальной 230 для бережности волос. Дальше. Здесь вокруг по кругу сделаны вот такие пластмассовые штучки для того, чтобы вы не обжигались. Они не, ну, как бы не нагреваются, нагревается все внутри. И красненькие штучки тоже, которые не нагреваются, для того, чтобы вы могли как бы не обжечься. То есть очень все достаточно защищено. Это, конечно, плюсы. Минус здесь в том, что когда вы держите вот так вот расческу, да, вот в основном я ее держу, вы как раз пальцем попадаете на вот эти кнопочки. И все время получается, что вы задеваете и то ли меньше делаете, то ли вообще можно случайно выключить. Вот это большой в ней минус. Но, в принципе, можно приноровиться и как-то держать
по-другому эту расческу. В целом она очень легкая, компактная, быстро греется и быстро приводит волосы в порядок. Действительно, я даже могу сказать, что это лучше утюжка. Подруга моя, у которой утюжок, я ей все это делаю, да, очень быстро, за 5 минут, и она говорит, блин, зачем утюжок, потому что на самом деле с этим, ну, быстрее, намного быстрее волосы приходят в порядок, да. Ссылочки я оставлю на эту расческу внизу, где я взяла. Это самое дешевое место, где я нашла. Если вы найдете еще дешевле, пишите мне в комментариях. Если вам понравилось мое видео и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Самое интересное, что такую расческу, только беленькую, я буду разыгрывать в конкурсе за первое место на 1000 подписчиков. Так что подписывайтесь, уже количество подписчиков моих близится к 1000, и скоро будет конкурс, будет 3 победителя, один из которых получит эту замечательную расческу. А я с вами прощаюсь, с вами была Селена Свей, пока-пока!